Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. Повторяю, прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие.